Bad Santa. Привет, друзья мои, с вами Санта, это Лон Дарк, мы имеем много калорий, нас в последней серии покусал, я забрал свой мешок, нас в последней серии жутко очень сильно покусал волк, мы еле унесли ноги и теперь нам надо что? Нам надо выспаться, свой спальный мешок я убрал, кофе, чай, так, разложить здесь, что? Прежде чем разложить, я еще, знаете, что сделаю? Прежде чем разложить рюкзак, питье, это что, травяной чай? Травяной чай нам дает, нам хорошо дает. Более эффективный отдых. И давайте еще 4 часика щеманем, восстановим здоровье, прям бодрого сна. Вроде бы в этом помещении не так уж холодно, чтобы сдохнуть мне. Так, по-прежнему ночь, да? Давай еще 5 часов щеманем. 5 часов, еще мы отдохнули, я надеюсь, что? Что-то там погода-то нелетная. Еще спим. Здоровье у нас постепенно восстанавливается. Отлично. Эти ссаные волки разодрали меня всего. Отлично, день. Буря кончилась. По состоянию здоровья 8 градусов. Немного хочу есть. Тут есть волки, да, были волки. Жратвы у меня нету. И мне надо идти к дому к бабке. Была толпа волков, и уйду я от них или нет, я не знаю. Блин, они по-прежнему здесь толпой ходят. Да пошел ты нахер! Как ты это делаешь, сука? Вон оно как, да, Михалыч? Вон оно как. Я не могу этим лечиться, понял. Нет, братан, наложить повязку. Слушайте, эти волки меня как здесь стерегут, и я не совсем уверен, что я смогу сейчас выйти и дойти спокойно. Их трое, они здесь тусуются, и отстрелиться мне от них прям буквально, ну, на самом деле, нечем. В смысле, что, не вылечился, что ли? Средство не помогло? Так, укус волка. Ну, вот. Вот эти пилюльки не помогают, мне нужен шиповник. Я могу... Нельзя разжигать костер. Я трачу свои силы и здоровье. Надо выпить и срочно мне надо приготовить... Блять, мне надо что-то срочно сделать. У меня нет отвара из шиповника, правильно? А сам шиповник-то у меня есть. Я, блин, сдохну. Так, крафт. Шиповник есть. Есть шиповник, но я не могу развести здесь костер, блядь. А через заднюю? Так. Таблица крафта. Делать. Братан, ты только не умирай, ради бога. Я прошу тебя. Мы этих волков, чашка травяного чая, кофе, травяной чай. Я крафтанул шиповник. Какого хера бросить? Приготовить плоды шиповника. Вот они мне помогут. Надо что-то делать с волками срочно. А где этот шиповник? Чай реши, плоды шиповника. Пить горячий. Так, есть. Дальше. Банка кофе, чай реши разогреть. Тоже жахнем этого чая. Надо что-то делать. Надо, блядь, они меня сожрут сейчас полностью. Что делать с волками? Чай горячий, холодный, горячий, пей. У меня перегруз 47 килограмм. 40 согревание, еда или питье. Так, есть. Теперь нам надо... У меня вода есть. Нам надо. Кедровые дрова. Нет. Взять факел. Я беру факел и пробую уходить огородами. Просто нахер валим огородами. Мне дотянуть до деревни, в деревне, может быть, получше мне будет, полегче. Блин, да, если что, попробую отмахаться факелом, бросить там, пробежать как-нибудь. Вот эти волки, я вам скажу, бахнатые, пушистые, блин, козлы. Втроем нападают на бедолагу. Лесной участок это прекрасно, хорошо и потрясающе, просто великолепно и невероятно, но, блин, мне надо какое-то средство отбиваться от волков, потому что рано или поздно я... Уверен, что я вступлю в такую стадию жопы,
где мне от них будет уже не отбиться. У меня ножа нет, топора нет. Где это все найти, я не знаю. Надо шарахаться, бродить. Но я застрял в этом поселении с этой серой матерью, вожусь уже который день. Плюс хожу с перегрузом. Наверное, все-таки я у мамаши сейчас в доме разгружусь, повыкидываю лишнее, то, что мне не надо. Ну, смысл таскать все это. Говнень. А это хавка. Понятно. Это была хавка. Зайчишечка. Прибить бы тебя нахрен. Мало у меня килограмм с собой, 48. Я возьму еще немного шиповника, чтобы чуть-чуть побольше было. Сильный ветер. Палки, дрова, всякое говно я с собой ношу, которое мне не пригодится. И в идеале бы надо бы... Бля, ну он горит, ну... Короче, я почти дошел до дома. Идите нахер. Блять, у тебя потушим факелом, козел. Я добрался, но город полон волков. И будет дальше сложно. Это определенно матерь божья. Мамаша. Опа. Нашел? Да, как ты и говорила. А твоя подруга? Ни следа. Через туннель не пройти. Похоже на обвал. Но она могла там пройти еще до того. Если туннель завален для Серой Матери, это конец. Да ладно, мамаш. Туннель — единственный путь через горы? Нет, не единственный. Но единственный для Серой Матери. Да хорош тебе, ты чё? Серая мать устала. Дай ей отдохнуть немного. Ну, прям я сейчас чуть сам не всплакнул. Так, давайте-ка, знаете, что сделаем? Я уже тут немного барахлишка накидал, свой старый спальный мешок. Теперь мы... Пока здесь тепло, мы отогреваемся и... Ага, ремонт-то невозможен. Твою мать. Таблетки для чистки воды. В таком количестве мне не нужны. А ну, чашку мне чая верните. Так, дальше. Дальше. Что мы имеем? Побежали. Пока вот отсюда. Это что такое? Пачка банкнот. Свою ценность не утеряли на труд для распаковки. Так, банкноты не нужны. Не нужны. 7 газет. Бросить все. Спички. Куда мне столько спичек, а? Бросить все. Дрова сожжем. Понял. Дальше тут все надо. Здесь. Здесь. По одежде пробежимся чуть позже. Жрачка. Не так уж и много. Здесь. Патроны для ружья. 7 камней. Канистра с горючим. 2 фомки. Топливо для фонаря. Факельная ракета одна. Вот эта штука еще есть. Спальный мешок. Здесь все как бы надо. Здесь говно, которое я могу крафтить. Всякая кожа, шкура. Вот эти черви нахер мне не нужны. Явно черви мне точно не нужны. Перья тоже мне нахрен пока не нужны. Палки действия. Что, я из этой палки могу делать труд? Бросить. Из этой палки что я могу делать? Бросить. Металл подавно мне не нужен. Бросить весь пока что. Бежим в обратном порядке. Палки бросить. Это по 1,5 килограмма. Бросить в книги. Бросить все 8 штук. 21 газета. Бросить все 21 газету. Так, 30 килограмм. И теперь пробежимся по одежде. Моя куртка лучше действия собрать. Собираем. Да, ребятки, жизни у меня не сильно много. Здесь пальто одно, кофта. Это 99, это действие собрать. Все нахер переводим в ткань. Тканью будем подшиваться.
Но у нас нет подшивочного набора. Рубаха одна, перчатки. 34%, 54%. Вот эти пока носим. Эти, соответственно, перчатки действия собрать. И что-то есть уже как-то. Захотелось. Ладно, потерпит. Здесь нету вариков изменить. Здесь нету вариков поменять. Здесь нету подштанники. Подожди. Подштанники одна, шап 96, это 10.05, 1.9. Вот это вот вообще самая фартовая шапка. С этой шапкой действия собрать. Да уж, сейчас мы приоденемся. За этим надо вообще следить и нельзя упускать это все. Потому что можно остаться. Так, и уже полдня прошло, наверное, идти некуда. Сейчас серая мать отдохнет, мы с ней поболтаем. Спросим, что к чему. Мне бы швейный набор, чтобы подшить свои. Так, тут все по носкам. По носкам. Все на ткани нахер. Нам все это не надо. И по ботинкам. Все. Укомплектовались. Лишнего ничего у нас нет. Здесь маленько накидали. Еда. Ну давай, братан, че? Так, блин, фомки две. Одну выкинут, спичек. Спичек, камни, блин. Спичек, конечно, дохерища у меня. Просим вот этот набор, этот крывашка, селок, капкан, небольшой капкан для поимки дичи. Мамаша, интересно, вот я к тебе вернусь когда-нибудь, нет? Давай вточим крекера. Не очень-то он калорийный. А, жахнем водиться. Ну что, может, отдохнула? История. Оставь меня в покое, чужак. Доверие, о чем ты хочешь поговорить, и понятно все, ничего она со мной не хочет говорить. Так, кофе, это этот травяной чай, разогреть. И чая-то у меня больше нету, только кофе. Ладно, будем восстанавливать свое здоровье, и что я вам могу сказать, ребят, это что, где мой чай, пожалуйста? Блять, нет, он холодный, вот горячий пей. Пей, пожалуйста. Согревание и более эффективный отдых. Ну и что, пошли на часов 9 сна. Просто бодрящего. Надо восстановиться. Надо восстановиться по полной. И надо думать, что сделать с волками. Волки, они такие, короче. Тепло нормально. Ну ты как? Я больше не могу здесь оставаться. Моя подруга где-то там. Ей нужна помощь. Пожалуйста, скажи мне, как ее найти? Я сделаю все, что могу, чтобы вытащить тебя отсюда. Осталась всего одна вещь. Нужно проводить ее в последний путь. Да, блядь, ну что такое? Последний путь? Но я еще не сдался. На другом конце города дом фермера. Где-то там есть ключ к банковскому сейфу. Отправляйся в банк и принеси мне сейф, в котором подойдет ключ. И ты поймешь, что с ней случилось. Погоди, ферма, банк, как это связано с моей подругой? Ее оставили, понимаешь? Ей нужна была помощь, а ее оставили. Но мы все сделали как положено. Я не понимаю. В банке, там и ответь. Теперь иди. Да еб твою мать. Так, ферма. Ты говорила о ферме. Да, по другую сторону города. Ферма старины Баркера. Баркера? Да, вообще-то он лжец и вор. Хорошо, сам увидишь. Так, автобус. Она была там, в автобусе, я уверен. Ты почувствовал там ее присутствие? Мне кажется, она оставила мне знак. Слово «неотступные». Старинное слово. Почему она его написала? Я не знаю, может, она хотела мне сказать, что мы с ней неотступны? Или напомнить тебе не сдаваться, не отступать? Наверняка это значит что-то больше. Почему? Потому что ты для нее важен? Потому что она написала это своей кровью. Есть городок далеко на севере, неотступные мельницы. Может, она указала путь, неотступные мельницы, как туда попасть? Сейчас никак, может быть, на машине, а пешком... Серой матери неизвестен путь. Ты какая-то рассеянная, устала, все в порядке. Я стараюсь, иногда мысли где-то блуждают. Чужак, в других краях, в других временах.
Я думаю о ней. Ей холодно и одиноко. Ты моей подруге? Ей должны были помочь. Так, расскажи мне про этот банк. Банк с материка. Так и не прижился. Обычно банки хорошо защищены. Я не уверен, что получится пробраться внутрь. Отделение давно закрыто. Разруха унесла все. И как бы... И как вы обходились? Кое-кто пользуется старыми банкнотами. Или просто обмениваемся. Я не видел бумажных денег уже несколько лет. Сколько денег, предположительно, может быть в банке? Ты знаешь, ты задаешь вопросы, а стоило бы искать ответы. Добудь мне сейф оттуда, и тогда тебе самому станет все понятно. А, блядь, сейф из банка. Ну, началось. Так, чувак, а что ты там? Водички? На, попей, пожалуйста. Водички, да, ему надо. И крекера надо ломануть. Ломани-ка крекера. Банк, 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 банк. Про какой... Про ферму она говорила, да? Ферма Райский луга, кладбище. Ой-ой-ой-ой, сколько мне всего надо еще изведать, господа мои хорошие. Так, ладно, что, мы спим. 6 часов бодрящего сна не повредит мне. Сегодня я какой-то засоня. Блин, все бы ничего, все прикольно. По-прежнему темно и... Оу. Вы не против, если я топану полторашечку водички? Как вы относитесь к полторахе воды? Так, мое ХП восстановилось, пока я тут спал. Там, тут, здесь, там. Но надо что-то придумать, что делать с волками. Нихера ты выпил, мужик. Так, мне надо, знаете, что, как крафтануть. Вот это еще. Ага, не могу. Повязок надо наделать еще немного. Пару повязок для волков. Вот этого тоже крафтанем впрок, пускай будет. Оно нам не мешает. Труд можно делать из газет, из палок, из бумаги, из всякого говна. Капкан можно мутить. Ну что, еще спим пару часиков, да? Сейчас я проснусь, и у меня нечего есть. Вот это хороший расклад. Вот это хороший расклад, маманя. Так, чашечка кофе. Надо подогреть кофе. Разогреваем. Жахну кофейку горяченького и, как говорится, в путь дорожку. Это холодное. Вот тут горячий пить кофе. Немного поднасытит меня. Усталость снизилась. Ладно, что, на ферму так на ферму. Да, швейного набора нету. Раз. Так, я вышел на улицу из этого дома. Выхожу и пошел вот туда по дороге. Все, я чуть разгрузился. Чувствую себя почти, блядь, серая тварь. Мохнатая, волосатая. Зайцы ходят. Ну, пока он волка жрет, думаю, что я двигаюсь в правильном направлении. Я прав, мне же не в горы, мне вот по этой дороге, на ту ферму. Блин, стойте, а я какой-то ключ уже где-то брал. Помните, я пришел на ту ферму и чуть не замерз там в предыдущей серии? Ну ладно. Че, блядь, за звуки? Я старый параноик. Бе, нет там никого. Летят утки. Кстати, камыша можно пожрать. Так, а тут были серогорбые твари. Вон он ходит уже. Так, надо что-то придумать против волков. Нам надо искать цветок на синие ножки. Белый цветок на синие ножки. Тари-ра-ра-ра-рам. Могу позволить даже себе пробежаться, по-моему. Ай, блядь, перепрыгнуть нельзя. Ох уж эта игра. Так, здесь мы были. Чувака мы уже лутали. Чувак подбродил. Токарный станок, на котором я могу делать вот этот селок. Здесь мы все уже обыскали.
В тракторе мы были, а вот тот дом был закрыт. Это мой старый костер. Возможно, что-то я где-то здесь пропустил. Блядь, заяц, фу. Ну ладно, ну, блядь. Может быть, в машине что-нибудь? Просто дровишки. Да уж. Ключ от фермы. Это лично. А, прекрасно. Нахер. Я знал, что где-то тут что-то есть. Ферма, здравствуй! Старуха сказала ключ. Так, да? Да, ищем ключ. Опять я собираю эти труды, хуеды, блядь, книги. Не надо мне это все вообще. Туалетная вода. Вот в аптечечку я залезу. Повязка, отлично. Нет, пока не будем тратиться на это. Здесь что у тебя есть? Давай, не жужжи уже. Блядь, швейный набор. Бинго! Так, отлично, отлично, отлично. Вот это нас подкрепит немного. Дает немного калорий, но дает. Бля, я опять собираю всяких лам. Опа. Опа, записочка. Это аптечка бесплатного распоряжения общественного по-земле на Великом Медведе. Наша некоммерческая организация помогает полностью подготовиться к любым грядущим катастрофам. Наш девиз мы помним. Прекрасно. Повязка, спички, армейский РП, факел. Это хорошо. Так, жратва. У нас появилась жратва, и я... Блин, буря какая-то началась. Придется мне здесь в этом домике потусоваться немного. Газеты, все пока нам не интересно. Варежки. Варежки пойдет. Чемодан наставлю напоследок. На самое вкусное. Может быть, действительно в чемодане что-то хорошенькое я найду. Да, газету. Я знал. Еба, какой сундук. Ботинки, ткань. Прекрасно. Здесь что, кофта какая-то? О, великолепно. Кровать есть, спать можно. Книги, газеты. Блин, чувак, ты какой-то мутный. Камин есть. Прекрасно. Метелка, книги, газеты. Это у нас имеется все. Ну где? Где то, что я ищу? Блин, а по идее здесь бы должно быть ружьишко. Может быть в этой вазе? Ключ от банковского сейфа. 15. Ключ от банковского сейфа, принадлежащий фермеру, открывает сейф в банковском хранилище. Я знал. Так, там очень холодно. Будем тусить здесь. Жратвы здесь больше нет. Я все осмотрел. Рыба, стены, радио нерабочее, газеты брать не будем. Из этого можно сделать труд. Так, счет за коммунальные услуги. Последнее предупреждение о просрочке. Уважаемый бранкер, на вашем счету, счете от КРРМ, это так, значится долг. Общая сумма неоплаченных платежей составляет 1256 долларов. Мы предпримем попытки связать с вами и исправить ситуацию. В настоящем третьем и постановим уведомлением мы сообщаем, что ничего не остается, как кроме немедленно прекратить обслуживание. Так. Солнечный блок модуля БК-1 после этого долга на нашем счету будет погашен. Мы будем более чем счастливы продолжить обслуживание. К
Корпорация Мейлин Пуэр, главный поставщик солнечной энергии в южном регионе Великий Медведь. Мы гордимся качеством оказанных нами услуг и получили награду за экологически безопасный сервер. Если вы желаете совершить платежи или получить информацию о состоянии вашего счета, свяжитесь с нами по телефону, электронной почте в социальных сетях или дрон-почтой. Контактная информация предоставлена ниже. Спасибо вам за внимание. Понятно. Возьмем. Бутылочка водицы. Отлично. Нет, не ешь его. Фуф. Так, стол, под стол. Что под стол? Под стол ничто нету. Я же кухню еще не шмонал. Ё-ма-на-на. Я уже вижу здесь обилие жратвы. Сперва нижние ящики проверю. Газеты опять очередные. Блин, у меня столько газет. Надо прекратить их брать. Так, нижний и верхний один шкафчик. Отлично. Такая штука у меня есть. Мне она не очень нужна. Травяной чай закройся. Вот этот чай мне тоже необходим. Металлическая сковородка. Здесь что? Печка. Можно разогреть печку. Холодосик. Холодосики ничего. Опа. Ёнана. Ёпта. Да ты тут кошерно жил, мой друг. Столько всякого говнеца у тебя тут. Ведро, плитка. Больше ничего хорошего я и не вижу. А нет, есть. Чуть-чуть не пропустил. Так, ну пока такое ураганище на улице, шиповником разбрасывается. Бессмысленно куда-то выходить. Записка. Привет, Мартин. Записка от соседа. Мы нашли Молли. Элис так обрадовалась. Спасибо, что помог нам с поисками. В этот раз, похоже, за ней гнался волк. Такое ощущение, что после землетрясения их становится все больше, и они уже не боятся подходить близко к городу. Людей-то нету. Отстреливать их некому. Молли ранена, но, думаю, выживет. Ты осторожней, там волки могут заинтересоваться и твоей собакой. Я знаю, что ты любишь природу и ни за что не выстрелишь в волка, даже если этот будет зависеть твоя жизнь от этого. Но, говорят, волки не любят громких звуков. Сигнальная ракетница их от В общем, береги себя и заходи в гости, как сможешь. Так, понятно. Джон. Джонни. Труд. Так, ну пока на улице... Блин, мне в банк самому сходить, наверное, да, было бы? Сперва посмотреть, что там бабуля-то хочет. А потом уже валить к ней. И спросить там, что она там темнит-то. Туалетная вода. Источник питьевой воды. Литруху. Берем. Литруху воды. И теперь знаете что? Пока здесь ужасно. Ужасно разжигаем огонь. Сейчас растопим книги. Все сожгем тут, которые есть. Прям сейчас все соберу, все сожгу. Погреемся, переждем, подождем. Не будем торопиться. Подумаем, что сделать с этим сейфным ячейкой. Вдруг бабуль-то... Какая-нибудь. Вдруг там что-то такое, что мне понадобится. Или, наверное, если я ей не отдам ключ. Сейчас, короче. Дрова не жжем, а все книги и газеты просто... Жги книги! Есть еще книги? Газеты не нужны, труды тоже не нужны. Нужны только книги. Все сжечь, всю документацию. Коробка. Где-то я видел еще газеты. Или книги. Это не то. Но все равно в доме теплее становится. Где там его кабинет? Вот тут вот. Вот книга какая-то. Давай сюда. Сжечь. Газеты не берем. Книгу сжечь. Сжечь. Жги все, что херово лежит. Вот это нельзя взять, да? Ладно. На. Сколько минут он будет? 2 часа на книгах горит? Да вы чё, гоните что ли?
Так, ну все, дом весь обшарил, ничего интересного здесь нету, больше взять нечего. Пока на улице буря и ураган, я прям слышу это, не вижу смысла выходить. Поломаем пока эти палки, тоже потопим, почему бы и нет. Кедровую трогать не будем. Стул разломаем. И этот стул разломаем. Дел-то нехер. Чё, бля? Я только что два стула ломал всю ночь? Четыре часа. Четыре часа я ломал. Так. Чашка кофе, травяной чай. Ну, в принципе, можно приготовить. Выпиваем чашечку травяного чайку. Где он тут? Горячего вот этого вот. Да пей, 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 пей. Так, что с едой? Да нормально, в принципе. И по погоде у нас. А, подшиться можно. Стойте, стойте. 86%, 98%. Вот эту куртку действия, ремонт однозначно. Есть время как раз подшиваться. Подшился, отлично. Штаны 99, 79%. Ремонт однозначно. Отлично. Так, 40%. Вот это подшивать вообще прям 40% пропердел до дыр. Еще, конечно, ремонтирую. Полночи уже прошло, пока я тут ремонтом занимаюсь. Прекрасно. Так, по перчаткам они... 0,7. Блять, они лучше. Так, носить и действие ремонт. Сейчас мы их починим, они вообще будут кошерные перчи. Хорош. 1,05, да. Они лучше. А варежки? Варежки херня. Собрать. И вот это действие. Высушенная кожа. Собрать. Кожаночка-то нам пригодится. С батосами действие. Ага, стоп, батосы такие, а эти 1.30, 1.0720. Бля, вот эти-то пал лучше будут. Ремонт. Вот эти теперь мы 1.30, а здесь минус. Бля, ну ладно. Носить пока так, тогда с этими. Поношенные берцы, а тут новые походные ботинки. Новые походные ботинки-то побачи буду, да? Да, с этими тогда собираем. Эта штука действия, ремонт. Вы не можете ремонтировать в темноте. Да ёпта. Ладно. Где эта кровать? Давай-ка щеманём, пожалуй, часиков в 5. 5 часов хорошего сна. Вообще нам не повредят, мне кажется. Темно. Твою мать. Чё, есть хочешь, да, торгалоид? Так, ну давай, хавай. 195 калорий вообще ни о чем. 300 калорий ни о чем. Крекер, бля, хавай, 600 калорий. Бодрящая еда. Вот это должно быть 900 калорий, да, хорош. И еще часа. Сейчас проснемся, будет день. Попьем, поедим баночку, выпьем, даже вот так вот я скажу. И пойдем заглянем сперва в журнал. У серой матери украли нечто ценное, верните пропажу. Найдите в коттедже ключ из банковской, заберите пропажу из банковской сейфа и верните их серой матери. Так, все-таки пропажу-то нам надо забрать. Пьем. Пьем и идем. Ткань можно разломать. Ну, нам это не надо. Ну, все вроде, ничего не забыл. Идем. Сейчас будут, как обычно, волки. Как обычно, меня где-нибудь сожрут. Блять. А что тут на улице? Минус 10. Я вам скажу, погодка-то не самая приятная для прогулок. Так, ну волка можно миновать. Раннее утро. Попробуем серогорбую тварину обойти. Я не знаю, как их называть по-другому. Если у вас что-то пришло на ум, вы говорите, но пока они для меня серогорбые твари. Ставлю открытым. Банк. Банк это тот, где я вскрывал сейф, да? Маленький.
А что у нее могли такого взять? Вон он, пушистый мешок. Ходит и думает, как бы сожрать Санточа. Ладно, давай. Блядь, что за звуки? Мне прям реально страшно становится. Прям реально становится страшно. Блин, прохладненько на улице. Но за счет того, что у нас есть шмот, и не так сильно мерзнут, да? По ощущениям 4, температура воздуха 20. Ни хера себе, 4 градуса, а мне... Я на двадцатнике чувствую, как минус 4. Прекрасно. Давай, мужик. Оп. Чешем в банк. Че, блядь, за ящики? Просто обычные ящики. Чуть не прошел мимо банка. Milton Credit Union. Да хватит там уже мне. Уи-уи-уи-у. Где они прячут код от хранилища? А, в смысле, где? Где-то прячут они код от хранилища. Хер его знает, где они прячут. Где само хранилище, Матерь Божья? Но... Медвежатник со стажем. Ну давай. Отворяй, блядь. Чё здесь? Бегом. Бумаги не нужны. Чё в ящик? Газеты, бумаги не нужны. Дальше. Сука, тут такое приличное помещение. Что? Номер 15. Номер 15. Открываем. Сейф серой матери. Банкноты. Деньги. Книга. Двадцатая еще закрыта, да? Факельная ракета. У меня факела нет, к сожалению. Да. Газеты. 21-я закрыта. Хорошее использование банковской этой ячейки. То есть все, что я нашел в этом банке, это единственный батончик. Сейф серой матери и все. Я точно все посмотрел. Дай-ка проверю. Так, этот смотрели. Этот скрытый, этот смотрели. 12-й смотрели. 11-й смотрели. 10-й смотрели. 13-й заперты. 15-й мы открыли. 13-й, 20-й заперты. 16-й. 13-й, 20-й. Блять, великолепный сейф. Да. Да. Это пипец какой-то. Серая мамаша, я иду. Я вскрыл твой сейф, я взял твое сокровище. Я не знаю, что ты там хранишь, конечно же. Но я мчусь к тебе. Так, подожди, еще пока я на улице. А, сейчас, секунду, нет. Вот это вот бросить.
Это использованная херня уже. Это использованное говнище. Я достал, что ты хотела. Нашел? Вот сейф из банка. Я все еще не понимаю. Что? Давай сюда сейф. Ну на. Ты хотел, чтобы я украл для тебя украшения? Ты сказал, что это поможет ей найти. Немного веры, чужак. Это поможет. Ой, бля. Скажи мне последнюю услугу, и тогда скажу тебе то, что ты хочешь знать. Да заебало уже. С меня хватит. Я сам найду выход. Ты умрешь, как другие. Хитро. Окажи серой матери последнюю услугу. Последнюю, человек, свалившийся с неба. А потом ты получишь ответы, за которым пришел. О, так же думает, как я. Что тебе надо? И что за последняя услуга? Исправь ошибки прошлого, чужак. Это все, о чем я прошу. Как мне это сделать? Отнеси жемчуг Лилии. Лили? Давай, кто это? Я все это время думал, что ты говоришь о моей подруге. Кто такая Лилия? Ты найдешь ее на кладбище. Кладбище? У церкви. Ты должен был проходить мимо по пути в город. Почему она будет ждать меня у церкви? Бессмыслица какая-то. Ты найдешь ее там. Там же ты найдешь ответы. Блять. Зачем тебе нужно, чтобы я украл жемчуг из банка? Не из банка. У фермера Бейкера. Фермера больше нет. Он тоже струсил и ушел. Нет, он мертв. Похоже, до него добрались волки. Мир ему. Ладно, надеюсь, это поможет найти мою подругу. Блять, аферистка какая-то, сука, с целой канистры борща, блять. Нельзя его жрать. Так, ладно, ребят, что мы имеем? Мы имеем шарфик, который мы соберем. Надо пожрать. И уже, наверное... Так, надо жевануть что-нибудь. Дай-ка я тут что-нибудь у тебя вон свинину с фасолью заточу одну. Погретенькую. Подожьюсь спокойно. Мне некуда спешить. Мне некуда спешить, и это однозначно. Так, свининка. Свининка с фасолью. Горячая, 600 калорий. Прекрасно. Закуснем это 300-калорийным батончиком. Ну и вот это сожрем на 250 калорий. Все это запьем водицей. Чувствую себя достаточно неплохо. Уверен, жранина есть. Так, пробежимся быстро по подшиве. То, что я хотел подшить. Шапка, ремонт. Давай подошьемся. Да, и, наверное, что, день заканчивается. Я спокойно сейчас дошьюсь. Все отремонтирую. Отдохну. И уже следующим днем пойду на кладбище. Отнесу так 99%. Вот эту, погоди, рубаха. Вот так, а это плюс 4,409, тут 20%, а это не защищает. Это действие собрать. От лишнего избавлюсь, нормально подошьюсь, отдохну. Буду так, носки есть, носки. Так, вот эти подштанники, ремонт. Носки, ненавижу дырявые носки, ну-ка, отремонтирую. Подштопай. Носочки отличные, вот эти тоже ремонтирую. Нормально все, братуха, сейчас ляжем, отдохнем. Так, есть портки 100%, 100, варежки 99%, это все терпимо, ну ладно, давай, тебя тоже подошьем. Ну, пока я шьюсь, немного облегчаю себя, почему бы нет, вот это вот вообще надо прям жестко ремонтировать. Что, на 100%? Нихера себе. 100, 100, 100, 100, будем считать 99 за 100, 100, 100. 100, 100, 100, 100. Отлично подшит. Отлично подшит. Далее.
Что мы еще умеем? Так, тут есть. Оттащите надгробие Лилии и почтите ее память. Ну, это мы уже сделаем в следующей серии. А сейчас мы идем на отдых. Часов на 8, ребят. Я с вами прощаюсь. Если понравилось, ставьте лайки. И увидимся уже в следующей серии.